Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, обзор острых комментариев про Сашу Гозия, Вику Романец, Андрея Черкасова, Сашу Задойнова и Ваню Барсикова. Пользователь под ником Ганс считает, что Степа Менщиков парой фраз опустил Сашу Гозия сильнее, чем Кратков и другие. Он пишет: «Степа Менщиков развеселил. Менщиков спросил Иванова: зачем тебе баба с ребенком? Зачем тебе чужой спиногрыз?» Гозя-то себя позиционировала как девочка в поисках любви. Вся такая стройная, искренняя и влюбчивая. А ей пояснили, что она баба, поюзанная, с прицепом, нормальному мужику нафиг не нужная. После этих слов Гозя сидела с переплетенными ногами, сцепленными руками и перекошенной рожей. Они-то с Костиком нападали на Краткова, а беда пришла откуда не ждали. А Кратков красава, сидит в пляжном виде на расслабоне, молодую девку уже снял, и ему на Гозю с ее потешным гламурным гопником откровенно пофиг. Так держать. Другие пользователи комментируют: ну и Костя не без прицепа. Дети — это не прицеп. Кто такой этот Менщиков? Фу, от него такое слышать, халявщик чертов. Пользователь под ником Светлана из Тихого Омута считает, что Вика Романец уделала Черкасова. Помните, как мечтал Черкасов? Его одного бы на Сейшелы и кучу подружек для выбора. И вот мечта Черкасова сбылась, правда, сбылась у Задойнова и у Барсикова. Они на курорте, в свежих кокосах с ананасами и в окружении стайки свободных див. Когда-то Грибочка уже возили на остров любви, но для строительства любви к нему присоседили вздорную Викусю Романец. Условия тогда были другими, только одна Викуся и все. Хочешь — люби ее, не хочешь — вылетишь за ворота. Пришлось любить эту Викусю, маяться с ней и мучиться, любовь из себя выжимая. Викуся была несговорчивой, бойкой и ходить налево любвеобильному Грибочку на сторону не позволяла. А у Сани и у Вани все легально. 12 див в голодных играх за их расположение и любовь. По 6 штук на нос. Сидит Андрюша у монитора, облизывается, слюной капает, смотрит на воплотившуюся мечту. У других — не у него. А у Викуси все хорошо, кстати. Сейчас она в Москве на Красной Пресне. Живет отлично, творчеством занята, любит. У нее такой мужик, ахните, когда узнаете. У них все прочно, крепко и серьезно, скоро она сама расскажет. Пользователь под ником Повелитель Снов высказал свое мнение про холостяков на острове любви. Он пишет: сюжет уже понятен. Задойнов будет строить всем глазки, но не построит ни с кем отношения, так как он не создан для этого. Барзиков переспит почти со всеми и тоже в лучшем случае построит с кем-то фиктивные отношения. А те, в ком не будут уже нуждаться, будут клеиться к Венцу только ради того, чтобы остаться на острове, хоть в роли поломойки. Пользователь под ником Клава Чапаева удивляется, каких же девушек отобрали в участницы на остров любви. Включаю телек. Что за сантехники-рецидивисты с жертвами пластической хирургии на острове? В чем прикол? Девок после операции и наколок не взяли обратно на трассу? И сантехники-рецидивисты будут поднимать на них свой рейтинг? Так на них рейтинг не встанет. Нет и нет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.